Привет-привет, друзья! Вы на канале Белый Ёжик, с вами Дмитрий, шел третий день выживания в игрушке Sheltered 2. И все эти три дня мы не мылись. Ни Боб, ни Том, ни даже Фрэнсис. Целых три дня. Я представляю, как они себя чувствуют. Ну, я весь день вчера прождал дождь. Я не мог его прозевать. Он же должен был пойти. Тучки вроде собирались. Может, он сегодня будет? Ну, это же сегодняшний день, да? Это уже вчерашний. Но вчера не было дождя. Или это сегодняшний? Я, в общем, не знаю. Но я на всякий случай и сегодня буду ждать дождь. Ну, а вдруг? А вдруг он пойдет? Но если не будет дождя, у нас нарисовалась новая проблема. Нет, новая дополнительная проблема. У нас мало воды. Осталась одна катка, и то неполная. Что делать, не знаю. Какой купаться, какой туалет? Это срочно надо запретить. Срочно надо запретить. Терпеть до последнего просто. Я даже не знаю, я сейчас... Подожди, где? Нет, информация о помещении мне нужна. Мне нужен планшет. В общем, туалет запретить. Туалет запретить, все. Пить можно. Туалет запретить. И душ тоже. Вот так. Итак, уборку... Закроем. Фрэнсис. Значит так. Или ты сейчас уже ешь. Или еще не ешь. У нас появилось брокколи. Может что-нибудь приготовить, слушай. Может что-нибудь приготовить. У нас же есть печь. Создать предмет. Вот тебе, пожалуйста, мы можем создать грибной суп. А для этого нужна вода. Мы можем создать суп из брокколи. Для этого тоже нужна вода. Но брокколи пищевая ценность-то получше. Давай подтвердить. Я не знаю, как она это все перенесет. Эти товарищи разговаривают друг с другом. Ну, пускай поболтают немножко. Плохо пахнут. Плохо пахнут. Ну, они друг друга, они и тот плохо пахнет. И да, по поводу электричества. Я думаю, что я вот это вот... Я, в принципе, начал выживание сразу же после прошлого, поэтому замечаний не видел. К сожалению, я думаю, что нечего мне было отключать эти лампочки-то. Я думаю, что расход топлива никак, на расход топлива это никак не повлияет. Мне нужно будет играться с электричеством, когда у меня, наверное, появится больше оборудования, и тогда на что-то не будет хватать мощности этого генератора. Тогда нужно будет или что-то выключать, или строить дополнительный генератор. Но на расход топлива это никак не повлияет, правильно же? Вот сейчас дневная порция топлива 216. Сейчас попробую открыть блок предохранителей и включить все, что было отключено. И расход стал больше. Стал больше. Да, тогда я... Не знаю, что делать. Ну ладно, будем как-нибудь жить. А как, в темноте что ли жить? Нет, в темноте жить тоже не получится. Итак, значит так, Том, ты выпей воды. Боб, а ты начни утилизировать предметы, которые притащили. Вот, замечательно, сколько сразу пластика. Из какого-то лопнувшего мячего мяча для йоги. Это был огромный мяч, наверное. Это разобрать правильно. Магнитофоны нам не нужны. Не подлежит ремонту, поэтому разобрать. Что еще разобрать? Вот эту сломанную панель тоже разберем. Так. Одежда. Получим шерсть. И веревочки. Очень хорошо. Нейлон. Вот минеральная руда меня интересовала. Это что? Цинк. Ингредиент для изготовления предметов. И это кремний. Ну, где-то, наверное, в электронике что-то там. Рубильник. Рубильник это для изготовления предметов. Так что разбирать его уже нечего. Как и это, как и то. Это, наверное, все-таки на разбор. Вот и все. Переработка. Приступай за переработку.
Так, хорошо. Она хочет есть. Она хочет есть. Открыть кладовую. Ешь вот этот суп. Да, кстати, нам им нужно... Ну что они вот стоя кушают-то? Совсем как-то не очень. И что еще делать? Что еще делать? Нужно связаться с теми фракциями, которые мы обнаружили в вылазке. Наверное, этим тоже нужно будет заняться. Ну, сейчас или не сейчас, я не знаю. Я просто уже за всем их не успеваю. Так, что мы будем делать? Он пока перерабатывает. Создать предмет. Шерсть есть? Шерсть есть, есть вентиль, есть древесина, нет трубы. Нет трубы. Так, слушай меня. Давай все я отменю. Разбор. Сделай мне срочно, создай предмет, трубу. Просто создай трубу и все. Простую, самую обычную трубу создай. Как только ты ее создашь, не иди в туалет. Не иди в туалет. Я тебе говорю, остановись. Она пошла в туалет все равно. Значит, ты. Дотянул, чтобы побежала просто. Давай душ, срочно его ставить. Вот здесь, между печкой и буржуйкой, как раз тепло будет купаться. Да. А ты свяжешься. Где наша рация? Радиопередатчик. Смотреть карту, связаться с фракцией, начать экспедицию, открыть журнал заданий, запросить рекрутов. Еще рекрутов? Мы тут строями не управляемся. Связаться с фракцией. Отлично. Радио, выбор фракции. Со всеми фракциями, с которыми вы встречались, можно связаться по радио. Щелкните левой кнопкой мыши флаг одной из фракций, чтобы выйти с ней на связь. Вы можете запросить поручение, выполнение которого повысит вашу репутацию, организовать торговлю и в конечном счете заработать достаточно доверия, что позволит вам получить особое задание. Выполнение задания жизненно важно для формирования союза с фракцией. В общем, торопиться мы никуда не будем. Так, фракции. Вот это вот латиносы Лос Муэртос, что-то мне не нравится. Я вот думаю, лучше вот к девчонкам начну там подбивать. Клинья черные розы. Черные розы, они стреляют хорошо. Давай свяжусь с ними. Черные розы, приветствую вот вас, скажите, в чем дело. Мы вас тоже приветствуем, Изабель Картер. Вы знаете что? Поручение можно какое-нибудь выполнить? Эта фракция... Отчаянно нуждается в следующих ресурсах. Соберите их для нее, и вы заслужите благодарность. Лампочки 5, ведро. Ого. Ну давай, примем. Выполняется. Эти ресурсы много значат для нас. Найдите их как можно быстрее, свяжитесь с нами, когда добудете их, и мы пришлем свою команду, чтобы забрать их у вас. Хорошо. Хорошо. Все. Закрыть. Отлично. Боб страдает от пищевого отравления. Да что ты будешь делать? Да как ты отравился, Боб? Блин, я даже не знаю, что теперь делать. А что ты съел? Консерву, что ли? Что ты съел? Блин, 17 воды осталось. 17 воды, представляешь? Если не будет дождя, мы все здесь выбрим. Как мухи. Секунду. Ай, здесь посажено? Посажено. Значит так, плохо пахнет. Плохо пахнет, это ладно. Нет, это мне не надо. Мне нужно разобрать то, что я не разобрал. Одежду. Сломанную консоль. Бревна. Все. Переработка.
разбирай, пока душ не построили. Да что ты будешь делать? Тут прям... Прям на том месте, где мы едим, а? Боб, иди куда-нибудь в угол стань. Я не знаю, что с тобой делать. Попей водички. Нет, воды не пей. Иди поспи. Иди поспи. Иди поспи, может, поспи и все пройдет. Хотя подожди, может ему покупаться лучше. О, начинающий строитель. Можно изготавливать объекты по рецептам второго уровня на чертежном столе. Завершено. Знаешь, тогда Боба я сейчас, наверное, принять душ, спать отмени. Так, ты поспи. В туалет не ходите никто. Все, туалет закрыт. Туалет закрыт. Цели. Угу. Проворный строитель. Я могу скоро заработать, да? Повышает скорость ремонта объекта. Ну, в общем, ладно. Я думаю, что походу мы как-нибудь разовьемся. Это убрать, чтобы не напоминало мне об этом горе. Иди покупайся, иди покупайся. Иди прими душ. 17. 16. Началось. Началась вода литься. Пошла в ход. Ну, когда же пойдет дождь? Ну, его сегодня, наверное, не будет. Его просто сегодня не будет. Это просто беда. 15. Так, слушай. Заканчивай. Заканчивай. Все, хватит. Ты что там делал? Ты купался или там тебе тошнило? Блин. Так, хватит спать. Вставай. Иди в душ. Блин. Выйди сюда. Не успел, похоже. Похоже, не успел туда. Фрэнсис, ну идите в... Да что ты будешь делать? Он... Ложись, спи. Нет, не ты. Спать. Даже не знаю, что мы будем делать. Так, Фрэнсис, заканчивай прием душа. Давайте, давайте, давайте. Вы что-то вдвоем, что ли? Вдвоем в душе, ничего себе. Пока Боб спит, у них тут отношения. Украсть предмет, исследовать мир самостоятельно, поесть еду, зеленый фасоль, заключить выгодную торговую сделку. Он хочет самостоятельно, Том хочет самостоятельно исследовать мир. Может быть... Они вдвоем там купаются. Обалдеть. Нравятся друг другу. Поэтому и купаются вместе. Слушай, хватит купаться, давай выходите. Вы всю воду уже мне тут... 12 воды осталось. Значит так. Том, если тебе нравится ходить одному... Давай мы отправим тебя в экспедицию. Начать экспедицию. Пойдет Том. Сам. Далее. Ну вот такой вот он. Сам говорит, пойду и все. Биту не могу, не унесешь. Главное не спешить. Главное не спешить. На тебе. Два бинта и все. Ага. Ну чё мне, куда мне идти-то? С этими пайками еще не разберусь. Уровень мощности 0.72. Допустим, если я сюда дойду,
Кладбище посещено, шанс встречи, время путешествия 1 час. Как расход энергии? Где это отображается? Я вижу 0,72. Хорошо, ну и... Ладно. Иди. Так, она хочет захватить новый район, поесть еду с томатами и удобство к винтовке, участвовать в бою. Боб больше не страдает. Замечательно. Молодец, Боб. Молодец. Сон лечит. Мне нужно что? Доступ, смотри-ка, открылся доступ к строительству вещей 2 уровня. Ловушка с шипами, маленькая теплица, огнетушитель, солидная могила, рассадник, шкафчик, хороший туалет, хороший душ, наверное, тренажер, легкие веса, тренироваться, это хорошо, кровать. Ага. Средняя кладовая, оружейная, импровизированный переработчик, каменное помещение, гараж, помещение, в котором хранятся транспортные средства, подвесной светильник, напольный вентилятор, галогенный нагреватель. Средний ящик, кустарная лаборатория, ветряная турбина. Только на поверхности убежища. Плита для кемпинга. Удобная плита в основном используется для кемпинга. В комплект входят разные панели и посуда. Предоставляет доступ к 2 уровню производства пищевых продуктов. Так... Не знаю, мне бы силки бы сделать. А чтобы изготовить веревку, мне нужна шерсть. Поэтому сейчас мы быстро сделаем эту веревку. Дождя нет. Что делать, я просто не знаю. Воды осталось совсем чуть-чуть. Веревку ты изготовила, молодец. Теперь знаешь что? Создай объект силки. Опа. Вот как. Ну, допустим, пускай, я не знаю, где кролики ходят, где их тропа, кроличья тропа. Ну, пускай, например, вот где-нибудь здесь. Нужно пойти, да? А, нужно выйти. Нужно выйти из убежища. Дождь обещают через 2 дня. Или через 1 день, да? Это просто замечательно. Но опять же, прогноз погоды может обманывать. Так, силок стоит. Почини кислородный. Ух, так, смотри-ка. Проснулся, молодец. Давай, иди покопай немножко. Ты знаешь что, пока ты спал, Том ушел, один, ушел в неизвестном направлении. Где-то там один. Это можно убрать? Можно. Звездное небо. Силки поставил, сразу кролики перестали бегать. Надо же. Что там со своим? Она хочет спать. Знаешь что, прекращай, наверное. Прекращай. Иди спать. Боб работает. Пить хочет. Терпи. Я не знаю, что делать, но терпи.
Терпи. Главное, что вы чистые. И знаешь, информация о помещении. Ну, конечно, тут Боб постарался. Все тут надо теперь убирать. Ну вот наделал, наделал. Сам и будет убирать. А кто? Молодец, молодчик. За швабру берись и очищай все здесь. Так, немножко, что у меня? Кто-то идет. Кто-то идет, может, бандит, вор, хулиган. А куда он идет? Что он хочет? Кто это? Прохожий просто? Просто прохожий. Надо выключить все иллюминации. Блин, растения хотят пить. Почва сухая, они не растут. Расти. Кролик бежит. Кролик, смотри, наблюдаем. Тихо, блин. Группа требует внимания. Куда ты влез? Лос Муэртосы. Вы мешаете нашей разведоперации, что вам нужно? Блин. Биться, ну как я буду биться один на один? Давай убежим. Попытка сбежать. Удалось. Молодец. Молодец, ты сбежал. Кролик, иди дальше, чего ты остановился? Искать. Маршрут опасен. Может, еще попробуем? Попробуем, попробуем. Подтвердить. Обыскивает. Кролик, так вот же, ну куда ты поскакал? Кролик, кролик, давай налево, налево, вот же, смотри. Может, ему морковку нужно было положить, а? Че выключилось? Он не заходит туда. Выключилось, потому что день начался. Есть! Ого, ничего себе подстрелило. Смотри, бедный кролик. Поверь. Ничего себе, это ужасно. Это ужасно. Слушай, давай ставь, хватит уборку. Пойди посмотри, что с кроликом. Взять добычу и силка. Бедный кролик, как его подорвало, а? Как его подорвало. О, животный жир, кости, мясо, хорошо. Ты куда пошел? А, уже установил. Так второй бежит кролик. Далеко не отходи. Сейчас второй попадется. Давай, а ну-ка взлетай. Как вы это делаете? Он сначала обнюхивает это все. Группа требует. Вот теперь молодец, теперь молодец, смотри-ка, теперь молодец. Значит, что? Забиваем, канистру берем. Ты один много не унесешь, поэтому надо что-то, знаешь. Давай металлолом возьмем. Уголь тяжелый. Ящик понесем, сковородки может быть. Сковородки возьмем. Что-то еще нужно взять. Песок. Песок тащить. В карманах. В карманы набьем песка и пойдем. Подтвердить. Хватит. Давай возвращайся назад. Погулял? Так. Так спит, да? Пьет. Ну попей, попей, попей водички, попей. Что там кролик? Нет, кролик бегает, жив, жив, слава богу. Группа вылазки требует внимания, подождите. Шкафчик, что это? Настроить персонажа. О боже мой. Красавчик. Красавчик Боб. Ну ничего, ничего, ничего. Ну не любит его Фрэнсис, как бы он ни старался. Может переодеться, чтобы очки одеть.
Я вот что думаю. У нас появилось мясо. Мы можем приготовить мясо. Но этим лучше, конечно, заниматься... Не, ну чтоб оно не пропало, да? Это лучше, конечно, Фрэнси сделать. Ну, пускай попробует Боб. Пускай попробует Боб. Кролик идет. Ну, давай, 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 балыш, прыгай, прыгай, куда ты попрыгал? Куда ты поскакал, глупыш? Вот же твой домик, вот же. Молодец, изготовил. Надежность нормальная, сейчас топливо закончится. Добавляй топливо, я не знаю, что мы будем делать и где мы топливо будем брать. В общем, нужно работать, работать. Кстати, все есть для книжного шкафчика. А книжный шкафчик, это значит что? Это значит, можно что-то почитать? Ну, где бы его поставить? Слушай, ну пускай пока здесь. Пускай пока здесь. Знаешь? Ладно, создавай. Создавай, раз уж начал. Фрэнсис, я предлагаю тебе перекусить. У нас появилось мясо. Вкуснотище просто. Съешь его. И, кстати, это что такое еще? Я думал, здесь задание. Ничего себе, тут совсем. Где посмотреть? Вот здесь, может быть? Так, да, что ты будешь делать? Не здесь. Мыло и ведро. Мыло и ведро. Мыло и ведро. Как изготовить мыло? Создать предмет. Нужен жир, правильно же? Где? Это слиток, наверное, золотой. Нет, это не было. Это мыло сильно дорогое. Мыло есть, простое мыло? Мыло? Я не могу создать мыло? А, могу. Но мне нужно что-то какой-то этот. Воск, что ли? Пчелы? Где мне это взять-то? Я могу создать ведра. В принципе. Блин, ну так... Ну ладно, давай создам ведро, чтобы было. Создам ведро, чтобы было. Что такое? Отравилась, что ли? Блин. Надо, знаешь, что? Создать объект. Нужно вот постараться и сделать вот это. Для этого нужно что? Труба. Труба. Попей водички. Попей водички. Может, полегчает. Попей. Есть, кролик выстрелил. Молодец, еще один болтается. Пойди кролика забери. Пойди, пойди, сходи, развейся до, до верху. Так, что случилось? Караван? Какой караван? Я тебя не знаю, не знаю, даже и знать не хочу, понял? Ну и не знаешь, иди мимо. Зачем мы вообще разговариваем? Да я... Не, ну дерзкий тип какой-то. Дерзкий тип. Ну знаешь, Том у нас тоже не слабачок. Давай поторгуемся. Торговля не входила в мои намерения. Я рассчитываю просто обчистить твой труп.
Вот это да! Вот это да! Вот это мы попали. Похоже, мы попали в зону боевых действий. Пора научить вас основам боя, и надеюсь, вы выживете. Вы можете взаимодействовать с врагами и союзниками, щелкая их правой кнопкой мыши. Щелкать их бы, да? Как правой кнопкой мыши. Щелчок правой кнопки мыши по персонажу открывает меню, в котором перечислены все доступные действия. Атаки и использование навыков расходуют выносливость. Щелкни по вопросительным значкам, чтобы вдруг... Так, чувак, ты зря на меня напал. Зря. Часть тела. Более высокий шанс кровотечения. Может вызвать отдышку. Черт побери, ничего себе. Тут каждый... А можно куда-нибудь в пах? Нет? Может сломать ногу. Персонаж с двумя сломанными ногами не в состоянии сбежать. Ай, множество атаки могут усмирить цель, вызывает оглушение, но туда попасть еще надо. Ай, блин. А вопрос что? Окно прицеливания в части тела позволяет выбрать цель атаки. Каждая часть тела реагирует на атаку по-своему. Щелчок по части тела сделает ее целью атаки и покажет соответствующий эффект. Вот еще вопрос. В окне аватара игрока отображаются здоровье, зеленая полоса, хорошо, и выносливость синяя. Ага. Здоровье можно восстанавливать с помощью аптечки, первой помощи и навыков персонажа, также отдыхая, возвращаясь в убежище. Выносливость всегда устанавливается на 10, в начале боя повышается на 5, как на 10. У меня разве 10 выносливость? Если группа ослаблена из-за путешествия без пайков, ее выносливость начинает с 5 и восстанавливается на 3 единицы после каждого раунда. Без пайков. Так я с пайками ходил. Вот я еще не пойму, как там расход пайков идет. Не знаю. Не успеваю за этим следить. Столько всего происходит. Ну так что мы будем делать, а? Ну, он без оружия, да? У него есть оружие? Использовать навык. Воруя ловкость рук. Оценка противника. Слушай, да когда нам оценивать? Нам нужно драться. Нам нужно драться, а не оценивать. Никакой ловкости рук, просто удар. У тебя кастет в руках. Бей. Бросить камень. Бей просто. Во! Черт, он увернулся. Ловкий гад. Вот так, критичный. Теперь держи. Том! Ой-ой-ой-ой-ой! Есть 29! А чё, я ничего не смогу сделать? А что помощь? В актере очередности хода в бою показаны портреты персонажа, игрока и противника. А, ну это ладно. Ну вот Том хотел сам пойти, вот и пошел. Закончить ход. Ловкость рук, бинты украдены, отлично. Отлично, ну все, тебе крышка. Использовать навык ловкость рук. Давай, бинты назад. На. Нейлон украден. Нейлон. Подожди. Это еще не все. Ловкость рук. А, уже нельзя, не хватает. Так, ладно, атака рукопашная. Вот так. 24. Но я все по торсу бью. Подготовка к бегству. Готовиться к бегству. Надо же. Ловкость рук. Промах, как ты мог? Враг пытается сбежать. Удалось. Слабак. Трус. Ух. Бинты. Семена капусты. У нас теперь есть капуста. Семена риса. Взять все. Красавчик. Сильный, ловкий, стойкий. Победа. Взять в плен. Так он убежал.
Давай возьмем. Можно? Невозможно. Почему? Невозможно взять труп в плен. Так он не труп, он сбежал. Или сбежал и умер. Непонятно. 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 Столько непонятного. Прям не могу. Так, ты что делал? Ведро или что? Я уже забыл. Воды у меня нет. Вот в чем проблема. Воды у меня нет. Можно создать воду. Как? Вода-очиститель. Выпить воду. Вода отсутствует. Может быть, где-то грязную можно найти воду. И засунуть ее в водоочиститель. Бочка для нефтепродуктов. Куча шин. Блин, давай пойдем посмотрим, что за бочка для нефтепродуктов. Подожди, не ты, я тебе хотел. Пойди посмотри. А он есть пошел. Ну, осталось дождаться завтра и верить, что пойдет дождь. Если его завтра не будет, нашей экспедиции просто крышка. Просто большая крышка. Иди спускайся вниз. О, подожди. Читать книгу рассказов. Тебе должно полегчать. Иди. Предметы собраны. А, железные листы. Вот и все, да? Свалка. Шина. Давай уничтожь шину. Не просто же так. Давай вернуть. Блин, как... Лучше я вот так вручную все верну. Чтоб не потерялось ничего. Ну, смотри, на бодрячке. Потому что он хотел пойти. Но что-то недоволен все равно. Что-то все равно недоволен. А что недоволен? А ну, подожди. Вот смотри, выполнено желание, персонаж спал в кровати, холодно, темно, больно, чего? А, ну, понятно. Был нарушен сон, сейчас поешь и пойдешь поспишь, чего ты переживаешь? Иди поспи. О! Ты к нам прибыл, торговец? А как с ним связаться? Предметы для торговли. О! Вот тогда торговец пришел. Так, торговец. Давай вот хлама всякого разного. 4,5 цена обмена. А что нам... У тебя есть вода вообще? У торговцев бывает вода? Вода у торговцев бывает? Похоже, нет. О, мыло берем. Блин, слушай, ну кожу надо брать, наверное. Кожу надо брать. Песок. Шерсть. Стоимость 36. Ну, а мы тебе ничего не можем дать. У нас ничего нет. Хочешь, дам тебе вот камень. Цинк. Цинковый. Но я не могу ничего дать. Мне всего жалко. Косточки могу дать.
рубль. И все. И все. Мясо хочешь? Мясо. О, мясо дорого стоит. Бери мясо. Кролик свежий, свежий кролик. Бери. Блин, как бы я потом без мяса не сидел, а? Брокколи пропадает. Цены почти нет у нее. Цена обмена 20 нейлон. Классный нейлон. Да какая разница? Давай, вот классный нейлон обменяю. Почему нет? А есть еще что-нибудь? Нет, это не отдам. С тремя звездами. Это дорого стоит. Это тоже не отдам. Еда не отдам. Еду не отдам ни за что. Книга рассказов поднимает настроение. Ну как ее отдать? Ну, на самом деле там мне немного осталось насобирать. Блин. А что отдать, не знаю. Слушай, может вот такую кожу не брать дорогую, а? Действительно. Хорош. Читает рассказы в темноте. Была съедена хорошая еда. Ну надо же. Так, ну я, знаете что? Нажал на паузу. В общем, ждем дождя. Жду дождя. Прям не могу как. Жду, потому что без дождя все погибнет. И брокколи, и мы, и все на свете. Так что надеемся на дождь. Ну а сейчас спасибо, что смотрели. И пока-пока. До новых встреч в убежище. Пока.